Не пройти, не проехать. Дорога к 333-й школе, что на улице Белышева, зарастает грязью. Большинство учеников живут поблизости. К школе у них два пути. И каждый в последнее время напоминает полосу препятствий. Дорожка вдоль 114-го садика выходит прямо на проезжую часть. Во время гололеда песком ее не посыпают. И школьники каждый раз рискуют оказаться в травмпункте. А второй путь преграждает большая лужа. Вот такая дорога в школу все время. То есть вот этот тротуар, который выходит никуда. И, в общем-то, можно там сделать же тротуар, по которому бы дети проходили. С той стороны практически та же ситуация, там такая же огромная же лужица. Школьникам приходится либо перелезать через силовое ограждение, либо идти прямо по грязи. Впрочем, есть и еще варианты. Либо там по поребрику вокруг, либо здесь по поребрику, если машины не стоят. Посередине уже не пройти, на пяточках. По словам местных жителей, проблема может быть связана с неправильным уклоном дороги. Вода начала скапливаться в низине после ремонта проезда. В администрации Невского района признали, что проблема существует. Вопрос пообещали решить в ближайшее время.